Ой. Короче, вот дает за 15 тысяч магнитки. Вот, не знаю, что взять. А вот это что? Это маски. А вот это сколько стоит? Old. Все, да. Old. Old. 100. 150 тысяч. 150 тысяч. 10 штук. Что там? Это магнитки тоже. Магнитки? Одно и то же, что это? А? Не знаю. Ну, померь. Ой, что-то у меня со светом она стала. И хорошо снимает сразу все. А почему раньше так я не делала? Интересно. Давай, померь, посмотрим. Вот такие юбочки вот интересные. Сарафанчики вот. Вот такое платье интересное. Вот трикотажное оно. Интересное платье вот. Короче, тут вещей. Валом всяких вещей. Ну, почему-то нету покупателей. Кристина пошла что-то мерить. Кристина, ты меришь? Давай, покажись. Красотка. Сумочки. Дорожные сумки большие. Это что такое розовое? А, это штанишки. Кристина надела сарафан. Прочим, да? Ну-ка. Что-то он немножко толстит тебе. Поверни сюда. Крисма. Я с аула пришел. Здрасте. Она полнит чуть-чуть. Вопросы модели, пожалуйста. Это что за у вас сзади такая футболочка? Интересно. Какие у вас хорошие эти подмышки. Такого точно не выстрелишь. Ну, длину можно отрезать, подкорректировать можно. Так, в принципе, нормально. О, сейчас вспышка пошла. Ох, ужасно жарища здесь все равно. В Убуде, в центре. Кристина, давай, выходи. Ну, вот это нормально тебе. Опускай руки. Вот это более-менее. Как черная вдова. Повернись. Хорошо тебе. Вот это ничего. Да, хорошо. Встань туда дальше. Нет. Я не собираюсь здесь расходить. Туда-сюда. Вот такая картина. Большая. Ты же хотела вот пейзаж. Попик ты. Вот это, вот он еще. Это же такая, как у нас, Валера. Точно, точно такая же. Примерно 400 тысяч рублей стоит. Надо говорить на доллары. Сколько это долларов? Это где-то... А? О, у вас такая доллара. Сколько это долларов? Что? На доллары. 550 тысяч, это 13,8 разделить. Ну, и сколько это получается? 28 долларов картина такая вот. Ну, можно еще ступить. Можно. А вот это сколько? This how much? This 900. Last price? How much? 700 тысяч. Вот такие картины. Ну, здесь немножко дешевле, чем вот мы вчера ходили. Город мастеров. Это здесь немножко дело. Но все равно дороговато. Картина. Ну, она большая, размер здесь большой. Какой размер здесь, Валера? 70 на 70, что ли? Или 70 на 50? 60 на 70. 60 на 70. 70. 70.
Да, размер, ладно, а сколько стоит? Здесь 80. 68. Да ладно, да, меня цена интересует, сколько стоит. Ну, 28 долларов, 30 долларов выходит так. Так же, как и та длинная. Да. Вот я взяла картину за 300 тысяч. Вот сейчас они нам завернут в рулон. Вот так вот заворачивают они. Хотела вот такую взять шкатулочку. Да. Сколько? Другой. Сколько стоит? 400 тысяч, это как две футболки. А сколько получается? Ну она что, не уступает ее, что ли? Что, нравится? Да. Дома поставить. You wanna tell me before you are man. What? You are man. What do you want? Yeah, you are man. Что, говорит? А вот эта маленькая сколько стоит? Small. Okay. Small. 250? 250. Все повалилось. Это ты, я же сказала, сумку так не бери, а? Ты нормально можешь сумку в руки взять? Может, там сумка? Что такое? Сумочки? Мне не нужна сумочка. Ну что, пришли на базар. Валера, не уходи, а? Что там? How much? 350. 350 тысяч. How much in you? What's your price? 100. Wait. Держите. This is the lies. What you say? Excuse me. Little bit more. How much? Здесь вот тоже платья всевозможные. И сумочки такие вот плетеные. Базар же идет. Вот. Уже видишь, это 150. 150. Ну не такое же качество, это совсем другое. Ну такое хочу платьюшко взять. Маленькое. Вот здесь вот это детские платья, сарафанчики. Вот. 100 тысяч сарафанчик стоит. И вот такая накидка 150 тысяч. А, вы хотите платье? Футболки здесь. Тоже по 70 тысяч футболки. Чего, за сколько дают? За 100 дают? А? Ну, за 100 дают, но можно еще дешевле. Ну, давай за 50 тогда. За 50 тысяч. Два, за сколько это? Сейчас вот набрали футболок. И вот торгуемся, Кристишка торгуется. Кристишка купила вот такую мне чашечку перламутровую. Сколько? 450. Потихоньку говори. 30 price really. You can check the price, it's okay, no problem. Maybe we'll tomorrow go. Out this, okay. No. А чё убрал? Самую красоту. Pretty cheap price. Less gain, please. Вот мы зашли в местный мини-маркет. Здесь вот такие цены. Вот. Допустим, котекс 12500 стоит. Эти салфетки 10500. Это все в рупии. Напитки. Так, вот это пиво. Пиво это, по-моему, 12500. Соки, так, кола пол-литровая 10 тысяч стоит, спрайт 11 тысяч, кока-кола 11500. Вот, пожалуйста, здесь вот чипсы 13500, вот, 28 тысяч стоит, вот такие вот нори. Так, сколько они стоят? 22500 стоит нори. Кристина, вот нори, смотри. 22500. Это сколько будет 22500? Там вот такие чипсы, пожалуйста. Вот. А, хорошо, сейчас.
Вот такие 10 тысяч стоят чипсы. Вот такие. Ой, это что-то большие. Это вообще 61 стоит. А вот здесь бич-пакеты есть. Вот. Орешки. Орешки 9500, пожалуйста. Вот такие по 9. Вот такие 21500. 10500. А? Вот бич-пакеты. Бич-пакеты, пожалуйста. 3500. Кристина, посмотри вот этот бич-пакет. 3500. Ну вот есть под 2500. 3500, 2500. А мы почем брали? За 2500. За 2500? Ну давай одну возьми, попробуем вот это. Мы же взяли. А что? Хватает, хватает, что ли? Или вы захотите еще больше? Может, с чашкой возьмем? Да чашку, мы уже все улетать. Все. Да вон, возьми. Так, вот так хлеб надо взять. Да, возьмите хлеб. Нам нужен бред. Так, здесь, пожалуйста, вот вина 290 тысяч стоит. Ой, вот с чем-то таким. Это булочки. О, о, господи. Вот этот хлеб. Да бери, ладно. Хлеб. Какая разница? Но это не хлеб, это сладкий хлеб. Посмотри. А вон тот с булочкой, ой, с изюмом. С изюмом идет. А вот еще, смотри, вот. А есть банановый хлеб, смотрите. Банановый тоже. Еще банановый кремом. Вот Валера, может, ты достанешь? Ну, черный хлеб, это шоколадный. Вон тот крайний, да, с изюмом? Он сколько стоит? Это булочки. Так, ну, это стоит 15 тысяч. Это все булочки. Это сладкое все. Ну возьмем, ладно. А вот это сколько стоит? Вон. Это смотри, да. Сгущенка сверху еще. Ну сколько она стоит? 11 тысяч. 11 тысяч, а да? Там что? Здесь 15 тысяч стоит. Ну, в общем, я выбрала... Хлеба здесь не оказалось. Я выбрала вот такие 4 булки. Сладкие какие-то, видимо, да. Они 15 тысяч дирхам стоят. Также здесь есть вот такие палочки поки, которые в Таиланде есть. Они 10500, вот, 9500, 8500, так вот стоят. Орео 11500. Между прочим, Сашка же хотел вкусняшки. А? Нет, вот это поки, а? Ему. Ой, после у нас тоже продается. Продается? Ну можно взять, здесь дешевле. Ну, в общем, вот такие цены вот на Бали. Такие же, как в Таиланде. Может, разница чуть-чуть выше. Вот мы сделали закуп. Теперь дожидаемся нашего автобуса. Вот он должен через 30 минут уже подъехать. Здесь вот такой вот храм. Вот такие статуи здесь стоят. Но вход здесь платный. 45 тысяч рупий. Здесь магазинчик. Можно купить сувениры, если ты не купил на базаре. Да купить все можно. Вот здесь также стоят автобусы отельные. И вот ждут туристы своих автобусов. Сейчас вот мы дождемся. И поедем в отель.